Итак, это игра, прототип игры про котенка, Pippin Game. Котенок ходит по разным уровням, может подбирать коробочки, может бросаться ими, может лазить по интерактивным объектам типа лестниц, может плавать, летать, лазить по облачкам. Также здесь есть враги, которые ходят туда-сюда. Они могут кусаться, собаки. Вот. А этот уровень для Нового года был сделан, для новогоднего ивента. Здесь нужно украшать елочку. Вот эту. Разбросанные по уровню игрушки. Их надо поднести к елочке и повесить. Котенок здесь в образе такого помощника Санты, шапочки и с крылышками волшебными. Вот, для детей должно. Детям должно понравиться. Этот уровень полутрехмерный. Объекты: камин, шкаф, кресло. Другие все я сделал сам, покрасил в 3D-коте, добавил эффектов, эффект огня, эффект частиц, которые следуют за котенком. При сборке последней игрушки включаются фейерверки и музыка. Открывается дверка, и мы можем выйти. Это обычный уровень, здесь ходят собаки, птички поют. Нужно собирать конфетки. Когда будут собраны все 54 конфетки, расположенные по уровню, откроются дверки. Также есть модификаторы масштаба. Вот котенок уменьшился и может проходить в недоступные места. Маленькую ножку, например.
Стрелочки на этих прыгалках указывают направление, в котором будет брошен котенок. Движущаяся платформа. На этом уровне нужно отставать от движущейся платформы и собирать конфетки. На этом уровне есть вода, в которой можно плавать. Также там плавают рыбы и нападают. Рыбку можно брать и тащить за собой, кидаться ею в собачек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
На этом уровне те же враги, просто с другим скином, так сказать. Они преследуют котенка, когда он достаточно близок. Когда мы убегаем от них, они начинают патрулировать. На этом уровне мы можем лазить по облакам. Вот.